1 мая, двигаясь по улице Острогорской, заметил, что произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль ВАЗ начал разворачиваться, в него на большой скорости врезалась другая машина. Было видно, что пассажир автомобиля ВАЗ был зажат. После этого сильного удара машину выкинуло на обочину, движение было перекрыто. С коллегой решили незамедлительно остановиться, помогать пострадавшим. Также оперативно позвонил командир батальона, чтобы он незамедлительно направил экипажи и информировал скорую, спасателей.